Мы работаем вот так и работаем вот так. Можно немножечко выделить, потому что у меня будут слезиться на руки. Все, а вот внизу сухие салфеточки. Дякую. Давайте. Тут мы тоже не забываем про эргономику. Ребята, вообще в антицеллюлитном массаже, в коррекции фигуры, какой бы вы антицеллюлит ни делали, классический, слин, там, ну их как бы сейчас много всего понапридумывали, но очень-очень важно эргономика. Если у вас будет 5 антицеллюлитов подряд, ну да. Но к вечеру у вас не будет, и вы тоже. А если это будет каждый день, ну правда. Поэтому мы максимально каждое движение перекладываем на свое тело. Вам прям очень сильно повезло, у вас в курсе есть эргономика, у вас учат, как правильно двигаться. Когда училась всему этому я училась на своих ошибках. Массажировалась с 7 до 11 каждый день, без выходных, без отпуска. Я ложилась спать, у меня руки крутили так, что я не могла уснуть. И я сама ко всему этому пришла. Сейчас вам вот так вот. Поэтому вот учитесь, правда. Ром. Мы ставим ручки, пальчики большие, между ребрышками. И ныряем вниз. И ныряем вниз не руками, а ныряем вниз телом. Видите? Вот мы нырнули телом. Мы вот тут хорошо подхватили. Опять-таки, видите, все это я делаю телом. Вот здесь развернули ладошки, собрали вот в такую ладью. Тут тоже, видите, ладошки не 90 градусов, 45 градусов. Мы собрали это все в ладью и отдавали. Живот уже спрятался. Все, живота нет. Сегодня мы не можем. Вот это верхняя сторона ромба. Вот это нижняя сторона ромба. Точно так же ныряем вниз. Подхватываем в области талии. Я показываю схематически. И оттуда. Понятно? Перетирання передпліччям з натягуванням на себе. Протилежна сторона. Працюємо з протилежною стороною. Ми натягуємо на себе, задаємо темп в своєму движенні. Уже больно? Ні, у вас руки дуже сильні, я тримаюся. Ласковее. Натягиваем на себя, задаем направление своему движению, и тут мы уже подключаем предплечье. И у нас идет перетирание, видите, предплечье, протилежная сторона. Вот он. Ломим-ломим. Перехрестное выжимание предплечьем. Тут мы выжимали протилежная сторона. Сейчас мы будем выжимать в области пупка. Тоже важна эргономика. Тут вот руками ничего не делаете, только вот задаете направление. Все делают ноги. Вы подсели, тут захватили, тут взяли. Поднимаетесь на ногах. Раз. Угу. Раз. Ноги работают, ноги. Параллельное выжимание. Тоже очень важна эргономика. Одну. Мы точно так же работаем по ромбу. Вот две параллельные линии и вот две параллельные линии. Мы ставим правую руку, чтобы она нам не мешала. Мы ставим на стол. И начинаем движение вперед. Тоже ноги туда, сюда. Будут правильно двигаться ноги, рукам просто деваться некуда, тоже будут правильно двигаться. Вперед, назад. Видите? Вперед, назад. Только рука вот так. Локти мы не втыкиваем в клиента. Вперед, назад. Вперед, назад. Теперь эту ручку тоже, чтобы она нам не мешала. Вперед, назад. Я прошу прощения, надо было с этой стороны начинать. С правой руки. Вперед, назад. Вперед, назад. То есть идет движение вверх и тут вниз. Вниз. Вверх. Ну, собственно, все.